Хороший день, сегодня день. Привет, мои хорошие. Вот. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Привет, 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 привет. Привет. Сегодня в Нью-Йорке светит солнце. Сегодня в Нью-Йорке прям лето-лето. Сейчас вам покажу. На-ра-ра-ра. Вот так вот, такая вот погодка. Вот такая вот погодка. Вот так. Привет, мои хорошие. Я на какое-то время немножко пропала. По поводу Питера, конечно, люблю свой родной город. Дом родной, жди меня, и я вернусь. Пенсильвания, привет, здравствуйте, Пенсильвания, у нас сегодня такая же погода. Пенсильвания, привет, я, кстати, не была в Пенсильвании, не успела к вам заскочить, к сожалению. Знаю, что Пенсильвания находится там 2,5 часа от Нью-Йорка. В Нью-Йорке много крыс, особенно именно крыс в метро, если ты заходишь в метро. По поводу прически сегодняшней, это, знаете, помыла голову, сделала немножко геля и побежала. Это просто уже отрастают волосы. Знаете, был у меня экспириенс. Ой, смотри, какая красота. Ра-ра-ра-ра. Цветы, как я люблю цветы. Это как раз-таки, чтобы вот украшали. Все украшают. По поводу Англии, в Лондоне пока не была, нет у меня пока английской визы. Знаете, я рада, что я приехала на Крисмас в Нью-Йорк. Это огромный экспириенс в жизни. Я дважды в Нью-Йорке, второй раз. Первый раз я была в октябре в Нью-Йорке прошлого года. Неделю здесь пробыла и потом вернулась на телепроект «Дом 2». Вот. А сейчас я в Нью-Йорке, я вам уже рассказывала в прямых эфирах. Я в Нью-Йорке, получается, с зимы. И я не видела нью-йоркскую весну, и я не видела нью-йоркское лето. И вот сейчас как раз-таки я очевидец того, чего я вижу. Что я вам могу сказать? Нью-Йорк — это не Америка. Нью-Йорк — это только маленькая-маленькая часть. То, чего могла бы я увидеть. Но это был огромный эксперимент в моей жизни, и я не жалею ни о чем. Очень скучаю по Москве, очень скучаю по Питеру, очень скучаю по родным и близким. Скоро концерт Димы Билана в Нью-Йорке, вы идете? Навряд ли я иду. Времени у меня 6 вечера, что ли? Сколько у меня времени, вот. Поэтому, вы знаете, как Нью-Йорк — это хорошая школа жизни, такая же школа жизни, как и Дом 2. Переживаю за Дом 2. Понимаю, что все очень изменилось после моего ухода. Вот. Вы пишете, скажи что-нибудь по-английски. Thank you so much. Или thank you very much. Или что я могу сказать? Так. Привет, а тебе писала про учебу, это Диана. Удачи тебе. Так, сейчас, ребята, подождите. Вот я захожу в трейн. Так. Так, сейчас подождите секунду. Привет, привет. Привет, привет. В общем, знаете, я могу вам сказать, что Нью-Йорк — это хлеще, чем Дом 2. И если ты здесь просто
как турист, как я, путешествуешь, насталкиваешься с такими разными личностями, разными людьми. Это тебя еще больше учит. Вот. Так что слушайте спортзал. По поводу спортзала у меня и так все прекрасно, поверьте. С моей активной жизненной позицией я бегаю каждый божий день. И мне даже спортзал не нужен. Поверьте мне. Я так поняла, жизнь тяжела в Америке. Ты на Авеню? Да, я сейчас на Авеню. Привет, привет, Леночка, привет. Да, я на Авеню. На Авеню, вот я. На Авеню. Это Диана, я писала, может, ты сможешь узнать. Серега, привет. Серега, привет, не забыла. Скучаю, Серега, скучаю. Хочу быстрее снова на съемочную площадку. Скучаю, конечно, скучаю. После той моей активной жизни ворваться совершенно в другую жизнь. Скучаю, конечно. Я вам еще раз объясняю, я здесь турист. Я турист, я смотрю, путешествую, наблюдаю. Я турист. Вы все спрашиваете. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Вот, вы все у меня спрашиваете. Когда турист приезжает в другую страну, он гуляет, он наслаждается, знакомится с новыми людьми, фотографируется, снимает блоги, рассказывает, как жить. У меня здесь есть знакомые, друзья, вот. Поэтому у меня все прекрасно. Все прекрасно. Вот. Я, как это, знаете, путешественница, странница. Нью-Йорк я уже посмотрела. Пора бы возвращаться в родные пенаты. А дальше как карты лягут. Вы знаете, но я могу так сказать, что экспириенс прекрасный. Я много чего, как сказать по-русски, хапнула, вот, именно от людей. Но я не жалею. Тем самым я стала еще сильней. И теперь я, вы знаете как, если ты от природы добрый, а твою доброту люди расценивают как слабость, это проблема людей. Но как я была доброй, я такой доброй остаюсь. Просто многие ситуации закалили меня здесь. И теперь, когда я вернусь в Россию, я обязательно вообще пересмотрю всю свою историю жизни. Что касается дома 2, я вам уже писала и говорила, по дому 2, конечно же, скучаю, со многими ребятами общаюсь, переживаю, болею, наблюдаю, даже здесь, вот. Дорого жить в Нью-Йорке. В Нью-Йорке жить дорого, ребята, дорого, недешево. Поэтому, когда вы полетите в Нью-Йорк, берите с собой много денежек. Берите с собой много денежек, потому что здесь и жилье дорогое, и продукты дорогие, и жизнь другая, и люди другие. Вот так. Я захожу в тренд, подождите. Next road. Please clear up the closing doors, please.